Первый бюджет объединенного округа формировался с учетом пожеланий жителей. Проект главного документа, по которому муниципалитет будет жить в ближайшие 3 года, сегодня детально обсудили на заседании постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам. В обсуждении приняло участие большинство народных избранников округа и сотрудники администрации. С базовыми цифрами проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 жители могли ознакомиться во время публичных слушаний, которые прошли 2 недели назад. Поэтому сегодня о тех вопросах, которые вызывали горячее обсуждение у народных избранников. Заседание постоянной комиссии начали с рассмотрения расходов на культуру. Предусмотрено содержание всех дворцов, театров и всех культурно-досуговых объединений городского округа. Поэтому сумма на 2020 год составляет 238 миллионов 985 тысяч 500 рублей. И предусмотрены средства по данной программе на капитальный ремонт учреждений культуры. Какие конкретно учреждения культуры будут отремонтированы в 2020 году, об этом депутатам рассказала Ольга Сидоркина. Мы запланировали отремонтировать кровлю Дома культуры Лира, поселка Пролетарский. В этом есть острая необходимость. 4. И Гавшина у нас тоже есть в проекте. Я думаю, что при конкурентной процедуре у нас высвободятся деньги, и мы будем ремонтировать кровлю Гавшинского Дома культуры. В этом есть острая необходимость, так как на данный момент Дом культуры находится в аварийном состоянии. Сейчас занятия там не проводятся. В планах на 2020 и ремонт домов культуры в поселках Липецы и Мирный. Бюджет сохраняет социальную направленность, и значительная доля его расходов пойдет на реализацию муниципальной программы образования. В следующем году на это направление заложено 3 миллиарда 462 миллиона рублей. Здесь у депутатов опять больше вопросов к содержанию сельских школ. Первично определены следующие учреждения. Это школа номер 6 – спортзал, ремонт. Школа номер 9 – ремонт санузлов. Школа номер 10 – замена путей эвакуации. Школа номер 16 – частичный ремонт кровли. Лицей Серпухов – ремонт туалетов. Данковская школа – ремонт внутренних помещений. У нас там с инженеркой вопрос серьезный. Оболенская школа – замена оконных конструкций. Васильевская школа – ремонт пищеблока. Райсеменовская школа – ремонт внутренних помещений. Детский сад «Колосок» Липецы – ремонт фасада. Детский сад «Рябинка» и детский сад «Радуга» – это Пролетарский детский сад и Большое Грызово – ремонт внутренних помещений. Горячим было рассмотрение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, формирование комфортной городской среды. Строительство модульных блочных станций очистки источников вод Райсеменовская и, соответственно, строительство сетей водоснабжения в Паликово, ну, если представить, да, или там еще несколько населенных пунктов. Рассмотрение главного документа, по которому предстоит жить ближайшие 3 года округу, перешло к обсуждению насущных проблем, которые администрация сегодня старается решить. Во многих населенных пунктах сброс идет, к сожалению, на открытый грунт, из-за чего возникают проблемы с водоснабжением, потому что в колодцах, как вы слышали, да, вот эту уступ, поверхностная вода уже, в общем-то, не пригодна только для технических нужд. И в плане того же развития, тот же частный сектор, где жители просят воду, центральное водоснабжение, у всех практически септики. Причем септики не у всех оборудованы надлежащим образом. Договоры на откачку люди не хотят заключать, потому что они платные. Большое внимание депутаты уделили теме экологии. В 2020-м на муниципальную программу заложено 310 миллионов. Почти все эти средства будут направлены на ликвидацию несанкционированных свалок и рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов. В итоге проект бюджета постоянной депутатской комиссии одобрен и передан на рассмотрение Совета депутатов.